Качество коммунальных услуг, капитальный ремонт подъездов, реконструкция детских площадок и помощь в сложной жизненной ситуации. С этими вопросами жители Химок регулярно приходят на личный прием к главе городского округа Дмитрию Волошину. Ольга Водопьянова обратилась к главе с просьбой помочь с переездом. Дело в том, что квартира Ольги пострадала в результате взрыва на улице Зеленой. Сейчас восстановительные работы завершены, и жители возвращаются домой. Но у некоторых возникли сложности. У меня есть имущество, так, которое в результате перевозок в одну сторону, в другую сторону, заноса в квартиру, пострадала. Что с ним случилось? Что-то разбилось, что-то пришло в неликвидное состояние. После реконструкции дома изменился размер комнаты, возникли сложности с установкой старой встроенной мебели. Также жительница пожаловалась на отсутствие интернета и телевидения в квартирах после ремонта. У нее до взрыва, у нее было разведено в квартире, так интернет и телевидение, да? Сейчас мы ей сдаем квартиру, вот отремонтировали там и так далее, все. А это не сдаем, это же было у нее. То есть мы должны завести сети, развести, как было у них, если это законно было, да? Она должна подключиться. Дмитрий Волошин распорядился провести в квартиры слаботочные кабели. Тогда у жителей появится интернет, телевидение и телефон. А также выделить плотников, которые помогут установить мебель. А за поврежденное время переезда имущества жители смогут получить денежную компенсацию от страховой компании.